Добрый день. Едем посмотреть отсыпанную дорогу до кладбища главой администрации Морозовым. Дорога грейдироваться, было сказано, и отсыпана. Еле как проезжаем по первой яме на джипе в сухую погоду. Вот участок, который должен был отсыпаться, 200 метров. Сказали, что грейдируется и сделан в отличном состоянии. Но вот едем только по лужам в сухую. Еле как на джипе проезжаем вторую яму. Кочки, зеленая трава, никто здесь не грейдировал за все лето. Перед подъемом на кладбище опять большая грязь. Никто не грейдировал, никто ничего не отсыпал. Поднимаемся в гору на кладбище. Проверяем, как убирался мусор на кладбище в весенне-летний период. Вот свалка мусора. Видимо, здесь несколько месяцев, а может даже и лет ничего не убиралось. Полностью свалка завалена. Туалет не очищен.